Родился в России, город Москва. Национальность русский и религия христианство православие. Родился в России, город Москва. Национальность украинец. Религия православие. Россия, Москва. Узбек. Религия мусульманин. Страна Россия, город Москва. Национальность метист. Религия атеист. Родился в Молдове, Кишинев. По национальности молдаванин, религия мусульман. Родился в городе Москве. По национальности азербайджанец. Религия ислам. Родилась в Москве. По нации русская. Религия христианство. Россия, город Москва. Национальность украинец. Религия православная. Родилась в Москве. Религия христианство. Национальность русская. Родился в республике Дагестан. Город Махачкала. По национальности метис. Религия ислам. Родился в городе Москве, религия атеизм, украинец. Родился в Москве, по национальности русский, религия православие. Родился в России, город Петропавловск-Камчатский, религии не принимаю. Нет, не встречал, резко негативное. Нет, не встречал, но я ужасно к этому отношусь, не понимаю и не поддерживаю. Считаю, что в нашем мире нет места экстремизма. Нет, не встречалось, резко негативное. Нет, не встречался. Отрицательно отношусь. Резко негативно. Я не встречался с экстремизмом в жизни, я к нему отношусь очень негативно. Встречался крайне негативно. Негативно отношусь. Нет, не встречался, резко негативно. В нашем мире нету места экстремизму. Очень плохо к этому отношусь, резко негативно. Нет, не понимаю этого, очень плохо к этому отношусь. Нет, резко негативно. Национальности родны, мы все братья, мы должны сотрудничать. Россия многонациональная страна. Я за дружбу народов. Я национальная страна, и каждый народ имеет право на свою культуру. Какая разница, кто какой национальности? Все должны жить в мире, общаться и жить дружно. Все национальности должны быть в мире. Все национальности и народы должны быть дружны друг другу. Все нации должны уважать друг друга и жить дружно. Россия многонациональная страна, и экстремизму здесь не место. Мир, дружба, любовь, нет экстремизма. Считаю, что все народы должны жить в дружбе и в мире, особенно народы бывших советских республик. Ведь мы все прошли такое событие, Вторую мировую войну. Мы проливали кровь за нашу землю, и не для того, чтобы подобное случалось в нашем мире.